Вот, на сей раз 4 килограмма. Причем на блесну поймал я его, на спинник. Что очень редко бывает с налимами. Налимыч пойман на спиннинг весом 4 килограмма. 4 килограмма веса. Да. Вот красавец какой. Да, повернись другой стороной его. О, вот так. Ой. О. О. Эх. Даже кот в нерешительности от такого монстра. Непривычно для него. Поймать на блесну такого, конечно, удивительно. Вообще у нас здесь чаще всего ловятся налимы до 2 килограмм весом. И подобного, не меньше этого, помнится, мы один раз только ловили в далекие-далекие школьные годы. С Наумом и Пиных. Помнится, мы поймали большущего такого налима, еще, по-моему, больше он был, в праздничный день 1 мая, весной. Вот такой он почищенный налим. По центру у него печень огромнейшая. Уха с такого налима, конечно, непревзойденная.